Он рассказал, праздновали день рождения друга, естественно, выпили, потом решили сменить дислокацию и продолжить веселье в другом месте. Попросил брата взять автомобиль в аренду. Сам не мог, водительские права никогда не получал. Выбрали BMW. Их путь завершился на улице Вагапова после столкновения с грузовиком. Газ, тормоз перепутали, и вот отвлекся, и немножко он предел авто. Прибывшие на место автоинспекторы сразу поняли, что водитель пьян. К тому же он вел себя неадекватно. При этом утверждал, что за рулем был не он, а его брат, который и брал автомобиль в аренду. Так и будете кривляться? Нет. А вы тогда за рулем были BMW? Нет. А кто был? Другой человек. Какой? Ну вот там стоит. Ну вот посмотрите повнимательно. Красные футболки? Да. А почему вас в отдел забрали? Ну, не знаю, я вот ошиблись. Вот другой водитель, а вот грузовика тоже говорит, что вы были за рулем же. Кто говорит? Вот, покажите мне его. Пройти тест на наличие алкоголя в крови молодой человек не отказался. Прибор только подтвердил все подозрения. Если судить по результатам, он выпил практически пол-литра крепкого алкоголя. Теперь за езду без прав и в пьяном виде молодому человеку грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. А вот счет за ремонт BMW представители каршеринга, скорее всего, выставят его брату, на чье имя и был арендован автомобиль. Нафиса Миниазова, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112.